Всем здорово, ребят. Ну что, решил я немножко потрешевать, покопить самоцветы. И, в принципе, получилось за выполнение заданий. Сегодня можно было забрать вот такое вот накопление. Я его показал. Можно добивать акции, подводить и забирать. Акции реально дофигища сейчас есть. Это доступно только пока на, ну, я не знаю, на других серваках. Я пробовал только на этом и на других. На немке не идет, на русском тоже не идет. Есть дополнительные квесты на бонусные самоцветы, и оно дает накопление. В общем, такие вот плюшечки, реально, как по мне, очень обалденные. Я сейчас пооткрываю и хочу сыграть, я говорил, записывал, попробовать сыграть. Вот у нас есть 60к. Не знаю, ролить смысла, наверное, нету под коллекционера. Хотя, в принципе, с другой стороны, можно попробовать. Но тут плюх особо таких, которые мне нужны, нету. Может, конечно, повезет ее. Мы вытащим мисс магию. Сейчас я гляну, что у меня по осколкам на нее. Так, это у нас альфа-самец. У меня только... Не хватает два последних героя. Два я уже собрал. Так, 60 и 122. Ну и потом я... пыльца у меня накопилась. Попробую за пыльцу дополнительно еще повытаскивать недостающих героев. Так, надо кицуны добить немножко. В общем, будем сейчас пробовать. Не знаю, что получится, не получится. Ну, 60к, в принципе, потрачу. Не буду... Все ролить на этого героя, потому что осколки, в принципе, есть. Если повезет, то повезет. Не повезет. Будем пробовать еще. Ну и заодно заберем пыльцу сундуков. Так, сейчас мы глянем, что у нас по суперпэтам. А тут можно, короче, все открывать. Дофигища надо будет. Тут можно все кицуны открывать подряд. Они постепенно от обновы до обновы подкачиваются. А, ладно, ну что, поехали. Будем пробовать ролить. Может, выпадет, я надеюсь. Это бездонатный герой. Единственный, которого не хватает. Так, Кинди. Ничего себе, по два, смотрите, как лепит. Еще два, нифига себе. Деск Найт. Ну, вы, конечно, влепили по лайку. С ноги, с пятки, но один недостающий герой. Ну, посмотрим сейчас, что в итоге у нас получится. Паладин. Ну, рандомчик давай. Ну, в принципе, очень выгодно, потому что есть сундуки. Сундуки — это на сегодня одна из самых топовых и выгодных акций. Правда, не для русского сервера. На русском сервере ее, по-моему, убрали навсегда. Не знаю почему, после прошлого раза, когда свален, когда была куча халявы. Просто тупо убрали. Суккуб. Вот реально кайф на английском сервере, то, что можно выполнять задания, подгоняешь и в определенные эти забираешь. Ну, не знаю, это реально круто. Потерять там какое-то время, да, там поиграть в другие игры, я считаю, ради таких героев, как вот я получил, Мэри там и остальные, это реально... О, Асурик! Асурик у нас коллекционера. Сейчас посмотрим. Да, Асурик сколлекционировал. Смотрите, сразу же донатную карту получили и скины на Асуру. Но всего лишь вытащили, ребят, за 30 косамов. Это просто трэш. 4 слизня. Это жестко, реально. Это реально жестко. Но наша цель... Не это, наша цель — мисс магия. Профессор Рибит, Атлант, Сноу. Мастер Рун, нифига себе, Купидон. Смотрите, как падать начал. Ну а вот слизни не падают. Просто тупо не падают. Хранитель, Стрелок. Блин, жестко, жестко. Леги падают. Антон Кинг. Слизни вообще не падают.
Космо, нифига себе. Гарпия. Так, окей, давайте попробуем сундуки. В принципе, мы уже нормально так потратили. Давайте заберем с коллекционера плюшки. 6 слизней. Я в шоке. Всего лишь 6 слизней, ребят. Это просто писец. Но зато есть донатная карта. Так, Treasure Mining. Поехали. 156 попыток. 2, 3, есть один ключик. 4, 5, 6. Вот за 30 ключей. За 30 ключей. Сейчас они будут постепенно все приходить. Мы получили 2 ключика, и нам осталось еще. Так, еще один. А, фу ты, блин, у меня ж минималка была. Так. Я завтыкал, я ж забрал. Пак с пыльцой дополнительно еще для того, чтобы паролить. И мне золотой дало. В принципе, вообще бессмысленно. Дальше было открывать. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Вот сейчас будем трешовать до последнего. Вот реально плюс то, что ты можешь получить. Так, 42 уже. Уже перебор. Вот смотрите, какие плюхи, реально там затрату ты получаешь, да, там карта, монетки и все остальное. Реально это круто. Это круто, плюс сундуки, плюс пыльца. Я завтыкал, я забрал этот пак с пыльцой. Оно засчитало же, что же, в этот, в эти сякины. Потому что я хочу получить донатного, и у нас останется только один герой его дособирать. Так, еще не пришло. Как-то оно коряво, конечно, приходит. Реально, накопление сегодня просто бомбическое. Считайте, я забрал вот этих первых 3 редка. И там еще добил потом, потому что уже мне не хватало лень фармить. Но реально кайф. Так, отлично. И сундуков нормально получили. Я, блин, провтыкал. Там-там-там-там. Можно было бы даже не ролить столько. Я хотел, блин, посмотреть на этот, на последний, на пятый. Говорю, фу ты, на пятый, на третий, за сколько он упадет, но, к сожалению, уже не посмотрю. 2 мы вытащили за, по сути, 9000. Там 30 у нас попыток ушло, это на 300, это 9-10 тысяч самого. Это реально очень круто. Подфартило. Блин, я вечно не туда захожу. Так, отлично. Забрали. Смотрим. Смотрим, что у нас по плюхам получилось. Куча сундучков. Дополнительно. Так, это я эмблемки не открываю. Карточки, смотрите. Все, что душе угодно. Реально круто. Но самое основное — это пыль. Я буду сейчас дальше вытаскивать. И думаю, запишу и видос отдельно. Будем пробовать дособирать недостающего нам героя. Ну, конечно, я думаю, пыльцы нам не хватит. Сколько там накопилось за вчера, за сегодня. Посмотрим. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.